Дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники и гости ярмарки инноваций в образовании 2014! Свершилось! Тревоги, волнения, отборочных этапов позади. А впереди завершающий аккорд. Парад звезд 7-го ежегодного областного конкурса лучших продуктов инновационной деятельности Ленинградской области. Добрый день, дорогие коллеги! Разрешите мне от имени ректора нашего института Ольги Владимировны Ковальчук сердечно приветствовать вас сегодня в зале Ленинградского института развития образования. Мы живем сейчас в непростое время. Вокруг нас, с одной стороны, санкции, с другой стороны, проблемы глобализации, с третьей стороны, к границам подходит исламский экстремизм. И вот в этой непростой политической ситуации приходится развиваться нашему образованию. И сдвиги положительные есть, положительная динамика. И сегодня вы представили на нашу ярмарку 160 продуктов из 18 районов Ленинградской области. Я хотел бы прежде всего от имени института, по поручению Комитета общего профессионального образования, прежде всего поблагодарить за участие в этой замечательной ярмарке. Я не оговорился и сказал, что у нас, да, в нашей области действует 18 районов. Но мы с присоединением Крыма приросли еще одним районом. Это Симферопольский район Республики Крым. И сегодня в нашей ярмарке принимают участие двое представителей Симферопольского района. Это Анжелина Витальевна Бондарчук и Оксана Витальевна Доценко. Я их представляю. Приветствую. Это наши дорогие крымчане. Им нелегко сейчас приходится работать вот в этих условиях. И наш институт, и другие институты России стараются помочь нашим крымским коллегам войти как можно скорее, интегрироваться в образовательное пространство России. Это очень хорошо. Мы живем в замечательное время, время возвращения Крыма. Мы долго будем вспоминать, несмотря на санкции, какие-то экономические трудности, но это действительно очень здорово. Я всех вас поздравляю с открытием нашей ярмарки, и у меня все есть основания объявить ярмарку открытой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. От имени Комитета общего профессионального образования поздравляю вас с праздничным мероприятием 7-й ярмарка инноваций в образовании. В этом году действительно ярмарка необычная, потому что у нас несколько изменились подходы, у нас новое положение, связанное с тем, что у нас в принципе меняются подходы к некоторым вопросам образовательной деятельности. Вы знаете, что у нас действует новый закон об образовании в Российской Федерации, который четко определил положение, связанное с инновационной деятельностью. В связи с выходом закона у нас появляются подзаконные акты, положения, постановления правительства, распоряжения комитета, связанные с этим направлением деятельности. У нас есть новое постановление, которое вышло в сентябре, по порядке признания образовательных организаций региональными инновационными площадками. Сейчас разрабатывается концепция развития инновационной деятельности в Ленинградской области, проект, который мы 10 декабря уже будем рассматривать, и как только мы его доведем до уже стадии готового продукта, мы доведем до всей системы образования Ленинградской области. Эта концепция призвана определить основные векторы, основные направления нашего дальнейшего развития. Соответственно, следующая ярмарка, 8-я, тоже уже претерпит изменения, связанные с тем, что мы будем работать вот в той парадигме, в тех направлениях, которые эта концепция задаст. Сегодня мы увидим лучшее из лучших для того, чтобы определиться с 30 лучшими проектами, о которых мы узнаем в конце ярмарки, на завершающем этапе. Поэтому удачного вам дня, удачной работы, новых нам открытий, увидеть интересное, увидеть новое от каждого района, от каждой образовательной организации. Добрый день, уважаемые коллеги! От лица педагогов Республики Крым благодарим организаторов ярмарки инноваций в образовании за приглашение к участию. 2014 год стал значимым для Крыма, для России.
Мы гордимся тем, что Крымская весна показала наши все народы нашего полуострова не видеть своего будущего без единства с Россией. Вместе с нами лидеры нашего государства Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Спасибо. Мы, правда, искренне горды тем, что у нас такая теперь большая страна, что наш полуостров теперь Крымский федеральный округ. Спасибо вам большое за поддержку. И мы искренне надеемся, что наше сотрудничество будет взаимно полезным, плодотворным. И будем мы вместе работать на благо нашей великой страны. И разрешите пожелать вам всем успеха, творческих результатов. И еще раз спасибо вам большое. И мы искренне гордимся, что мы россияне. Мы очень рады, что в этот замечательный год 2014 мы посетили ваш изумительный город. И счастье, которое мы ощутили в полете вчера, и когда спустились на российскую землю, ну, наверное, можно только почувствовать, передать словами его невозможно. Мы рады вас всех видеть. В Крыму солнечно, красиво и тепло, и фотографии и слова «Россия» и «Крым едины» сопровождают нас практически везде. Мы любим вас и гордимся тем, что мы с вами. В конкурсном отборе 2014 года участвовало 160 продуктов инновационной деятельности из 18 районов Ленинградской области. Никто не остался в стороне. И результаты оправдали ожидания наших конкурсантов. В число победителей и финалистов вошли представители учреждений общего, дополнительного и среднего специального профессионального образования из 14 районов Ленинградской области.